біля ВОВ, управляючи філіалом інтернет-магазину кліматичної техніки для дому. Займається цим з 2012 року, знає усе про підбір кліматичної техніки та енергозберігаючі технології. Так, доброго ранку. Добрий. Вітаємо в нашій ранковій студії. Рада бачити, тому що пам'ятаю з минулої зустрічі, ми розібралися повністю про всі системи обігріву. Знаємо тепер, що як, яку вибрати. І сьогодні ми вже більш конкретно зупинимося саме на обігрівачах, тому що все ж для всіх це найбільш оптимальний вид зігрітися вдома і в офісі також. Отже, які все ж бувають такі найголовніші там типи цих обігрівачів, що на які розділяються? Собі? Так. Ну, давайте по порядку. Смотрите, девчонки, когда мы выбираем технику, любую технику, она должна быть удобная, она должна быть простая, она должна быть экономичная, правильно? И она должна быть надежная. Вот по этим четырем критериям мы выбираем абсолютно любую технику. Телефоны, кондиционеры, обогреватели, без разницы. А сегодня мы с вами будем разбирать два типа обогревателей. Это обычный и керамический, он же инфракрасный. Mm-hmm. Ну, здесь в данном случае идет смешанный тип. Здесь и конвектор идет, и инфракрасный. Я объясню, что это такое. Когда мы выбираем обогреватели, первое, на что надо обратить внимание, это надежность. То есть надо обратить внимание, какой стоит нагревательный элемент. Если это дешевый, простой обогреватель, и там стоит спираль нагревающая, ну, сжигаем кислород, сжигаем электроэнергию. К вечеру, я помню, тебе рассказывал, вот такая голова. Mm-hmm. Ну и плюс еще надо понимать, насколько он защищен. В современных обогревателях идут специальные нагревательные элементы, которые не нагреваются до такой степени, чтобы сжигать кислород. Они защищенные идут. Они просто прогреваются хорошо и все. Плюс термодатчики. Есть электронное управление, есть механическое. Механическое вы сами выставляете. Да, вы там поставили, накрутили и все. Либо электронное вы выставили и занимаетесь своими делами, он сам себе там работает. Такое тоже имеется. В хороших обогревателях должна быть всегда защита от падения. То есть если обогреватель падает, он должен обязательно отключиться. Потому что если этого не произойдет, ну, потом, потом помогите, спасите, горим, пожар и все остальное. Вот на это надо обращать внимание. Ну и, соответственно, их можно монтировать на стену и их можно просто ставить, передвигать куда удобно. Так, вот по такому принципу. Наскільки вони енергозберігаючі, можливо? Ну, щоб не дуже також витрачатися на коштах, які краще. Если вы хотите приобрести обогреватель, который будет вам обогревать помещение, и вы хотите сэкономить деньги на его использование в дальнейшем, сэкономить именно вот тут основной момент, тогда вы берете обогреватель с инверторным управлением. Что это такое? Ну, але вони будут коштувати трішки дорожче. Да, но вы сэкономите. Вот, если мы его берем одноразовый, грубо говоря, вы его купили подешевле, вы им попользовались 2 месяца, потом он у вас сгорел, и вы не сильно расстроились. Это один вариант. Если мы с вами берем и планируем пользоваться им в дальнейшем, то мы, наверное, хотим взять что-то... Вечно надежное. Совершенно правильно. Приобретаем. И когда вот вы выбираете технику, вы хотите, чтобы она была более надежная, да, вы хотите ее в дальнейшем использовать, чтобы это была не одноразовая техника, и она была простая и надежная, опять же, и экономичная, как мы с вами говорили, ну тогда мы уже начинаем смотреть по всем этим критериям. На что звертать увагу, на бренд или на функциональность? На функциональность. На функциональность, всегда. Можно взять брендовую вещь, вы переплатите за бренд. Если там, к примеру, менее брендовая вещь, но по функциональности выше и лучше. Любая техника приобретается по функциональности. Так. Ну а бренд – это марка, которая завоевывалась временем по всему миру. Потому когда вы просто за брендом стоит само понятие как надежность, да? Угу. Вы приобретаете бренд – это уверенность в себе, уверенность в технике. Як щодо порад, можливо, в користуванні ними, тому що часто знаємо, що можемо увімкнути, пішов собі кудись або забув вимкнути, чи деякі навіть пишуть, чи можна залишати взагалі їх увімкненими на ніч. Тому що не знають, чи можна це чи ні, що може статися за ніч. Я вам знаю. От розкажіть, що правильно все, а що ні, от як користуватись?
Если мы с вами приобретаем технику, и в ней нагревательный элемент не спираль, которая сжигает кислород, вы можете оставить. И на ночь, и можете уйти куда-то. Нежелательно, но можно. В зависимости от того, какая у вас проводка, потому что нагрузка все-таки идет. Это первое. Второе. Здесь стоят термореле, термодатчики. То есть он нагрелся до нужной температуры, отключился. В инверторных нагрелся до нужной температуры, потом начинает понижать мощность. И понижает ее до того уровня, пока не выходит на уровень поддержки, на самый минимум. И у вас просто ровная температура в помещении заданная, такая, которая нужна. То він нагрів, и потім просто тримає, так? Да, поддерживает, постепенно снижает. Обычный нагрел, отключился, подождал, включился, нагрел, отключился. Вот в этом разница. То есть по энергопотреблению инверторные, они интереснее. Так, зрозуміли. А якщо діти в будинку і от такі конвектор, ну такі обігрівачі ставити, чи є якась додатковий захист від дітей, я не знаю, повищити туди на стіну. Смотрите. По надежності, да, по безпечності, ми теж один із основних пунктів. Уровень защиты от детей, чтобы туда не попали никакие детские ручки, детали. Никакие детали и прочее, прочее. Если мы говорим о нагревательных элементах, которые не спиральные, они не нагреваются до большой температуры, то есть ожога вы не получите. Если мы, к примеру, берем с вами масляный обогреватель, он нагревается до такой температуры, что можно обжечься. Поэтому с детьми масляные обогреватели не рекомендованы. Плюс дуйки, сами знаете, да, вы включили, мы в прошлый раз об этом говорили, включили, нагнали температуру, и без присмотра ее нельзя оставлять. Оставляете без присмотра, получаете пожар. Так, с дуйками надо очень аккуратно. Да. С обогревателями такого нет. Какие наичастейшие обогревачи выбирают Сергій Миколаївич? На что делают выбор? Все ж таки больше следуют за ценой или за качеством? Вы знаете, на сегодняшний момент многие люди научились считать деньги. И устали покупать дешевые вещи, да. И начинают уже приобретать что-то более дорогое, то, что можно использовать долго. Хит сейчас – это инверторные. Потому что они реально экономят. И они не делают нагрузку на электросеть. Они снижают. Так, зрозуміло. Ну, миколаївці вже стали молодці, так, не економлять, а беруть так, щоб було надовго і працювало нам. Давайте все ж якось зробимо висновок трошки, все ж ці критерії, за якими варто вибрати собі обігрівач додому. Так, ну, окрім енергоекономності, щоб економили нам кошти, які ще критерії? Просто я зрозуміла, що цей обігрівач більше схожий на кондиціонер, тому що нагріває до певної температури і її тримає. Ну, кондиціонер, він більше як охлаждає. Ну, є кондиціонери, які є тепловий насос, да, це вже кліматична система, об этом ми поговоримо в другій випуску. Якщо говорити об економії, то да, це краще брати інверторний. Якщо ми з вами говоримо о надіжності, обов'язкова защита датчика від падіння, обов'язкова защита від влаги, обов'язкова защита від пилі. Ну, від дітей в тому числі, щоб туди нічого не попало. Ну, по таким принципам і береться. Так, друзі, тепер ви знаєте, як вибрати собі обігрівач, як ним користуватися, щоб не було потім проблем вдома. Тому долучайтеся до наших бесід. Це не останній ефір. Будемо ще розбиратися, як вибирати собі систему опалення обігріву для дому та для офісу, щоб це було безпечно. Дмитро Біляков, керуючий філіалом інтернет-магазину кліматичної техніки для дому, був сьогодні у нас гостя. Дякуємо вам за поради. Я думаю, вони дійсно влучні. І знаємо, що, можливо, через такі от ефіри і от такі бесіди, сюди миколаївці знають і тепер більше ретельно вибирають для себе обігрівачі і дивляться не ціну, щоб воно було дешевше, а дивляться все, щоб воно було більш надійне і безпечне. І дякую вам.